хорошо. Не подскользнуться здесь? Не скользит? Скользит. Добрый день. Полы намыли. Это уж больно мокро намыли как-то. Прям вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на комиссию позвоним. На комиссию. Ждемся. Здравствуйте. Я здесь вот поставлю. Виктория Дмитриевна, 2007 года рождения, на сегодняшний день не получает общеобразование, находится дома. Управление образования, исполнительного комитета, заказано письмо от 5 сентября за номером 1981 надлежащим образом уведомила Тусманову Юлию Александровну, маму закона представителей несовершеннолетних Тусманова, о том, что на основании статьи 17 Федерального закона номер 273 об образовании Российской Федерации имеется возможность продолжить обучение в форме семейного образования и самообразования с правом последующего прохождения принудительной государственной трудовой аттестации. 16 сентября текущего года, номер 95, управление образования состоялась беседа по инициативе Юлии Александровны, которая прошла с участием исполняющей обязанности начальника управления образования Храмовой, начальника информационно-теоретического отдела Валя Ахметовой, ведущего специалиста юриста Журавлевой. И Тусманова Юлия Александровна отказалась от данных форм продолжения обучения дочерей. В связи с вышеизложенным просит принять меры по продолжению обучения своей несовершеннолетней образования. Так, давайте. Так, ну материалов у нас много по данному делу, мы с вами давно общаемся, поэтому по поступившему заявлению от Управления образования комиссия по делам несовершеннолетних вас привлекает по статье 5.35, недолжное исполнение родительской обязанности, в частности, по поводу образования ваших детей. Мы выносим вам эту статью. Если материалы получите, мало материалы получите по почте, либо Не перебивайте. 5.35 вы материал получаете либо по почте, либо нарочно в течение 10 так. дней. Зафиксируй, пожалуйста, во-первых, не ознакомились с правами. Первое. Хорошо. Второе. Не спросили вообще. Не ознакомились с 51 статьей Конституции, не разъяснили права, не объяснили вообще, не спросили у человека, если заявка, хочет ли она заявить какие-то ходатайства или нет. Вот этот неграмотный человек, его слушать я думаю, не нужно. Нет. Все, заседание закрыто. Куда закрыто? Сели? Сядьте, давайте на место сядьте. На место сказал. Какое заседание? На суде подойдите, на нас суд. Какой суд? Какой? Да, суд. Руку убрал. Вы меня лишили. Какое заседание закончено? Не храните мне, пожалуйста. Что? Ну-ка, нормально начните заседание. Все, до свидания. Нормально начните заседание, я говорю. Вызывайте полицию, давайте. Полицию вызывайте. Сюда вызывайте полицию. Да, все, здесь беспредел конкретный. Никто не покидает.
необходимое способление. Вот нарушение здесь? Прав человека. Да, нарушение полностью конституции. И начинать нормально по-человечески вести заседание с самого начала. Человеку разъясняются его права. Вы сделали это? Своё шоу, продолжаем судить. Шоу это у вас есть? Я сказала, место преступления наблюдаем. Нарушение правонарушения. Не толкай, руки. За руки. Уходите, с места происшествия. Давайте сюда. Все, давайте. Что ты хочешь? Вызываем полицию сюда, вызываем. Все, давай, вызываем сюда полицию. Это что за цирк вы здесь устроили, я не поняла. У вас даже правомочности здесь нет, и кворума здесь нет. Даже половины присутствующих постоянных членов комиссии здесь нет. Вообще нормально. Согласно утвержденному составу, что это за цирк устроили? Вам не стыдно? Коллеги, заседание закрыто. Не закрыто заседание. Вышли и сели нормально, и этот позор никто не увидит. Заседание закрыто. Сели, говорю. Раз обед, мы решили. Фиксируем, раз кто покидает правонарушение. Да. Пожалуйста, говорю. О, давайте, вперед, молодцы какие. Вся страна будет видеть вот это вот безобразие. Не представить, кто из кого решили, поменяют вообще. Такого ни разу не было вообще. О, молодцы. Потому что им стыдно, они даже не знают, как вести заседание. Да какой стыдно? Молодцы вообще. Не стыдно вам? Вы уже были у нас. Были? Я да, что позорили? Да, да, ты не дали ничего заканчивать. Где протокол по статье 535, составленный в отношении этого человека? Потому что вы должны были здесь сейчас. Мы еще не составляем. А в чем там? В присутствии человека составляйте. Давайте составляйте. Где материал? Дело вообще? Давайте составляйте, говорю. Права не разъяснили. Составлять будут с полиция. Что? Полиция будет. Куда убежала? Оператор все заняты, говорят мне. Ладно, ладно. Куда убежала? В каком кабинете? Я не знаю, где там. Где сидит этот? Без сотовый этот человек. Виктория Сергеевна, а вы не знаете, вы работаете все вместе, не знаете, где он сидит. На одном этаже. Вот бегство, вот позор комиссии по делам несовершеннолетнего. Это даже не комиссия. Они сегодня даже не правомочны были здесь заседать, потому что нет кворума. Бессовестные. Одного человека сегодня пригласили только для того, чтобы устроить вот этот цирк. Фу, бессовестные. Состав комиссии, а? Давайте ознакомьтесь. Принимайте. Регистрируйте, ходатайство всем. У нас комиссия за. У нас какая комиссия у вас? Регистрируйте. Регистрируйте, говорю. Алло, здравствуйте, девушка. И что? Регистрируйте. Взяли трубку. Алло, здравствуйте. Город Зайцк. Приехали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Вот. Толком заседание проводить не стали, и председатель все разбежались. Говорят, что заседание закончилось. Нам ни права не зачитали, вообще ничего не сделали, убежали все. Все зафиксировано? Все зафиксировано на видео, естественно. Полицию хочу вызвать, называть, не знаю, написать несколько заявлений. Где протокол составлен? Вообще обалдели уже. Уже как вы закрыли вот эту комиссию? А это комиссия по делам несовершеннолетних. Ну, когда сказали, что меня, я пришла... Потом прочитайте, зарегистрируйте. Я не надо вам знакомиться, вы обязаны зарегистрировать. Хоть там я поэму напишу. Свои обязанности мне. Давайте из завета. Лицо такое вон там будет делать перед зеркалом вот этому дяде. Хамите мне. Все, буду хамить. Хамите. Вы ведете себя как здесь сейчас? А? Заслужили хорошее уважение, что ли? Нет, вы чего не хамите? Почему так себя ведете? Да хоть кого вызываете, мне все равно на вас. Хоть два года. Ведете себя отвратительно уже. Всем вас. Люди. А что вы говорите? Какие 7 годов? Да. Ну-ка, кому я испортила жизнь? Вам, что ли? Первый раз практика была у вас с нами. Да. Что? Как? И что? Кто выиграл? Мы выиграли. Дальше да, что? Да, кто выиграл? Мы выиграли. А кто выиграл? Выиграла школа, которая и переживала за своего ребенка. А вот сейчас вот эта дама в наглую врет. Она говорит, школа выиграла. Снимать меня. Идете к директору и узнаете, кто выиграл. Если меня и ерунду здесь не говорите. Я на вас напишу заявление. Да делайте, что хотите. Давайте регистрируйте, мы пойдем вперед. Бумажки взяли и пошли. Председатель подойдет тогда зарегистрируется. Сейчас зарегистрируется. Вы секретарь регистрируете. Вы секретарь регистрируется. Кто председатель? Светлана Юрьевна. Она где-то за мной находится.
То есть даже председателя да сегодня нет? Председатель. И что председатель, его никто ему полномочий никто не давал. Он имеет право председательствовать. Да, он вот для этого должен быть соответствующим бумагам на сегодняшнее заседание. Не надо, есть положение комиссии. Да что вы говорите, что вы говорите? Знакомьтесь с положением. Сосарите республиканскую комиссию. Нет, там никто не знает, что он ребята вот бумажный видео. Скорее республиканского. Я же принесла не на сайта, как говорится. Пришла же не на главе. Идемте, у вас печать там? Регистрируйте. Печать в кабинете? Принимайте. Дети кому-то понравились. Наверное. Да, небессовестные. Они даже протокол даже не составили по 5.35 и что-то вынесли уже. Вообще, кто это были? Голова работает. Кто это было вообще? Что это было? Никто не представился. Получается, управление образования подала школа, да? Нет, подождите, мои образования узнают, что мои дети как-то не обучаются дальше. Откуда у них эта информация? Из воздуха просто взяли, вот и все. Они же решили показательную порку здесь устроить незаконно. Уведомление. Полиция наверх. Слушаем. Их уведомили. Ага. Родители, нет такой обязанности у родителей вообще, чтобы уведомлять управление образования, где дети учатся. Знать будете теперь. Нет, так убежали, что даже куртки тут поставляли. Да. Кожу. А куда зашел ты этот дядька? Там нет. Сейчас зарегистрируем ходатайство. А, вот здесь он? Не знаю. Да. Да, вот здесь. Она не хочет. Да и ладно. А мы дело можем знакомиться? Нет, не заходите, пожалуйста. Выйдите. А что у вас здесь? Секретная информация. Выйдите, ну, пожалуйста. Буду я выходить, зачем я должна быть? Ну, ваше присутствие тут не обязательно. Ну и ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Из кабинета. Да, да. А. Вот сейчас мы где были в кабинете? Прекратите видеосъемку, здесь сказала, в кабинете. На основании чего? Без проблем уберем. Здесь хранятся персональные данные. Спрячьте, обеспечьте сохранность. Я не собираюсь ради вас. Это общественное место. То есть, получается, вы там халатно относитесь вот к этим документам, да? Он покинет мой кабинет. Нет, он не покинет кабинет. С чего он должен выйти? Статью назовите, он выйдет. У нас основание такое, что сейчас творился беспредел. Родитель, я не закон представитель, девушка, не путайте понятие. Закон представитель. Представитель – это я у нее. Я уже законный представитель, но не совершенно. Все, давайте стерильный заказ, регистрируйте, мы пойдем. Никто не будет ничего выключать. Там в коридоре камер понаставили, почему не выключаете? Если бы я сейчас вот там не снял все на видео, как бы я доказал, что вы здесь там беспредел творите? А? Конечно. Это вы тут посмотрим, посмотрим, что там было. Все на видео зафиксировано. Положение 995. Получите немножко и 120-й федеральный закон свой. Мы руководствуемся. 995-е постановление правительства, она даже не знает, что это такое. Я знаю, какое постановление. 26 ЗРТ. Федеральный законодательный. Да, правильно. 120-й федеральный закон о профилактике безнадзорности и правонарушений, которые вы даже знать не знаете. Ну, конечно. Конечно. Или не знаете, как заседание ведется? Секретарь разъясняет права, 51-ю статью. Ну, вот так ведь полицейский. Тогда. Наверное. Не наверное, так ведь? С любым составлением протокола вы так же делаете? Это ваш шанс разъяснять мне права мои. Потом спрашивают, а есть ли у вас ходатайство? Хотите заявить? А тут уже вынесли, оказывается, мне даже протокол какой-то, который должен быть составленный. А протокола-то нет, оказывается. Вот как интересно. А протокол составляется присутствие человека. Сюда. Так, до свидания, подожди, меня познакомь, что там дело? Михаил, дело, дайте мне, я не могу вас узнать. А когда можете? Когда состряпаете? Ну, вы что ли, вас их нету. Материалами дела знакомы, что я сейчас не могу вам выдать. А что? Я сейчас ухожу. Не, нам не надо копию выдавать. Где мне предоставьте, пожалуйста. Нам не надо копию. Нам нужно ознакомиться с материалами дела. Якобы в вашей комиссии как прошла, где это все подписано? Я же это буду все обжаловать. Давайте решение комиссии, вы обязаны сейчас его подготовить, включить. На изготовление решения комиссии у меня есть 3 дня. А ознакомиться с материалом дела обязаны было сейчас? Заседание. Протокол не составлен. Зачем после стали, когда я увидел? Ознакомьтесь с материалом дела, пожалуйста. Недавно мы ждем суд. Состав комиссии предоставьте. Протокол заседания? Где? И положение комиссии. Секретарь же вроде протокол заседания? Да, она обязана вот. Дать а где? Протокол. Нет протокола. А его и не было?
Она привела протокол заседания. За две минуты никто не проходит. Самая быстрая комиссия, якобы комиссия. Хорошо, ожидайте. Это уже вообще нагло. Нарушение прав идет. Да, они нарушать-то права-то нужно же по-умному, а не так по-глупому. Это копия, а оригинал, пожалуйста, можно с оригиналом? Эй, подождите, подождите, остальные материал тоже давайте. Протокол. Какой протокол? По 5:35? Нету протокола. А то что вы тогда здесь рассматривали? Что-что? А как вы сказали же, что признан вину? Подождите. Так, стоп. А как он будет составлять протокол? Я здесь нахожусь, на месте. Составляйте протокол тогда. Вы должны были при мне его составлять. В ходе заседания, а не после, когда я уйду. Конечно уже, заседание. Что надо составляется? Человек ушел, встал, даже его ничего не остановило. У нас протокол составляют сотрудники ПДН. Ну так давайте приглашать. А где сотрудники ПДН? Нет, вы сейчас тогда что рассмотрели? Стоп, дайте скажу. Сейчас вы что здесь рассмотрели-то и вынесли, что какое-то определение, что она виновна в чем-то? Я не поняла, что это. А что они вообще вынесли? Что они вообще вынесли? А что вынесли? Это просто какой-то этот у них? Что это такое они вынесли? Вот это даже не постановление? Это информация, которую... Нет, а он сейчас что вынесли? А чем мне эта информация, когда я... Просит принять. А зачем это? Нет, сейчас что председатель вынесли? Я не понимаю. Постановление где? Какой председатель? Он не председатель, да, он даже заместитель. Да. Без полномочий. Алло. Я занята пока. Отказывается просто? Отказывается. Да нет, зачем познакомиться с материалами дела? Да пойдем. Ну, или там что-то. Да, я знаю. Это мы сейчас еще зайдем. Да. Бессовестному позорнику. Познакомьтесь с материалами. Вообще материалы дела должны быть, да? Нет. Это все, что делается, вы это решаете? Подождите, да? Подождите. Материалы. Ознакомьтесь с материалами дела. Вот материал, это не материалы. Вот материалы, дело, проверки. Все, давайте сюда. Вы что? Где материалы проверки? Это что? Какой проверки? А вы что, проверку не проводили? Проверку не проводили, что ли? А данная ситуация, знаете. Вы что, сейчас чем занимаетесь? Вот это вот, остальные бумаги к кому относятся? По этой ситуации? Это мои личные документы. Ознакомьтесь с материалами дела, с остальными, все какие есть. У вас на столе там много чего лежало? Это просто информация. Это не материалы дела? Перелесни, это говорят, что это материалы дела. Это не материалы дела, это бумажка. Нет, тут ничего нет. Все. Вы на основании вот этой бумаги... А вы как вот это рассматривали-то без печати-то, без подписи? Это электронный документ. А где электронная? Подпись где? Электронная подпись где? Электронная подпись где? Электронная подпись где? Электронная подпись где? Где электронная подпись? Где она? Электронный оборот это между компьютерами, между кабинетами. Где электронная подпись? Покиньте кабинет, а, пожалуйста. Да, конечно, размечтались. Председателем комиссии. Это что, все материалы? И уточняйте. Это что, все материалы, что ли? Что это такое? Вы заседание, значит, вот этой бумаги это, да, составили? О положении, о управлении образования суда вы поговорили, то, что они какой-то учат, на основании чего? Когда дети не получают, а на общее образование. Дети у меня получили. Я поняла, это была просто показуха. Сейчас материалов никаких. Больше материалов нет? Пока мне не поступало. В смысле, вообще, пока? У секретаря материалов больше нет. Так. Значит, вот здесь пишите, что с материалами дела вас не ознакомят. Это же это? Это получается их не ознакомить. Мне хочется копию у себя тоже писать? Нет, здесь напишите, если вы будете. С материалами дела не ознакомил. Не ознакомлю. Вот это вот так можно сделать? Не ознакомили. Нет. Кто беспокоит? Дату писать 17-го, да? Да, пишите. Так. Нет, у меня завтра тоже. Ой, что-то ручка не пишет. Почеркайте вот здесь вот. А кто вас запрашивает? Так. 17 октября. Что это такое вообще? Дурдом какой-то. 4 года. А это можно вообще заседанием? Это что такое? Это не заседание. А как тогда? Это с материалом дела не ознакомили. Пишите. Пишите. Не переживайте.
Любой суд отменит такое, если они что-то вынесут. Но факт в том, что ничего нет. Вы представляете, что ничего нет? Ни материалов, ни протокола. Но заместитель председателя взял и вынес что-то. А что вынес? Даже секретарь не знает, что он вынес. И при этом на заседании не велось протокол заседания. Не разъяснились права. Не зачитали 51 статью Конституции, не разъяснили. Не спросили, есть ли какие-либо ходатайства перед заседанием. То есть полностью все нарушено. Помнили, с правами не... Права не разъяснены. Так, пожалуйста, не выходить надо. Сейчас, секундочку, я еще как выходите? А пусть уходит. Нет, там не надо, там же просто не ознакомили. Нет, просто вот здесь вот материалами дела не ознакомили. Роспись. А с правами то, что тоже не... Это не сюда. Это потом, если что-то и вынесут, то там уже дальше будет суд. Да? А так скажите, пожалуйста, когда нам ждать составления протокола по этой статье? Не знаю. Я не могу. Ну, вы же знаете, а протокол когда составляется? Во время заседания, наверное? Нет, протокол когда ждать? Когда ждать? Когда пригласится для составления протокола? ПДН? А когда материал готов? А когда ПДН об этом узнает? А когда ознакомитесь с материалами дела? Когда ознакомитесь полностью с материалом дела? По истечении 3 рабочих дней. Что это будет? Протокол состряпаете меня? Они вынесут, они состряпают сейчас постановление незаконное, которое отменит любой суд. Которое было уже 30 мая составлено. Мы уже это проходили. Их жаль, что Сергея нет, мне да? Надо уходить. Потому что он сейчас этой девушке разъяснил, что оказывается, он выиграл. А то он ходит, летает в облаках, все. Да. Так, что, идем туда? Все, да, идем. Идем к этому распаковому. А я не знаю, где тут там был. В каком кабинете? Вот здесь это был. Или вот здесь. Куда пошла? Нет, вот здесь вот. Там же приехал. Что, приехал? Вот это? Не знаю. Ушел, что ли, куда-то? Простите. На месте я должен пройти? Я должен на совещание. На каком совещании? А что, что заходило? Зачем вы меня снимаете? Хотим просто... Правонарушение мы снимаем. На каком совещании? Меня, что ли? На каком совещании? Я не знаю, на каком он совещании. Он же зашел только что недавно в ваш кабинет. Нет, он к вам не заходил. И полицейский потом вышел отсюда. Полицейский вышел оттуда, да? Оттуда вышел полицейский? Я поэтому удивился, там дверь закрыли как будто, а потом дверь открывается, и он выходит. Плохого нет. Удивительно. А вы там вещи забрали, да, свои? А мы свои забрали. Там даже вещи остались. Уже открыто? Нет, а уже получается, чьи-то вещи, но это не наши вещи остались. Он когда-то не снимал. Где написано? Совещание в Чернах. А совещание когда успеется? Если было заседание. С 8 до 10 по вторникам. Мы можем и без записи, если что, прийти. Пусть ждет нас. Да. Борисыч. У меня же какая, я не знаю, даже как автомобиль-то. То ли плакать, то ли смеяться, то ли ничего. Мозг перевернулся, а потом... За это не надо переживать. Этого придет мама одна, вот она что, да, даже рта не придет сказать. Нет, тут еще хуже. Тут приходят представители, и они вообще... Тут ничего еще не хуже. Боятся. Нет, мы были на комиссиях, но это вообще это просто... Врач пол. Это просто... Я не знаю. Вот человек какой-то. О, вам можно, да, подойти? Примите нас. Приемные дни во вторник. Ага. А Саша вам мешает. Ага, ага. Ребят, ну у вас же есть материалы, все. Нет материалов. Не предоставили материалы. Все, подавайте, проблемы. Ага. Подождите, я нет, вы так легко у нас не отдали. У вас что, судья, брат или кто? Вы так уверены в себе? А давно вы Конституцию нарушаете? Что это было, скажите, пожалуйста? Ребята, если что-то... Что это было, говорю? Вопросы, конечно, вы должны... Вы нам в итоге так не разъясните. Вы всегда Конституцию всегда нарушаете? Когда вы пригласите человека для составления протокола? Когда человека пригласите для составления протокола? Хорошо, ничего страшного, разъединитесь потом. Да нет, и все. Когда человек пригласите для составления протокола? Все комментарии. Что? Хорошо. Что? Когда пригласите, говорю? Комментарии все, да.
Какие комментарии? Нет, вы не сказали, что как вы же сказали, если будут вы... составлять протокол? Если... Когда будут составлять протокол? Если вы в моих действиях видите какое-то нарушение, подавайте в суд. Когда а вы не видите, протокол? Да? Не видите? Мы же живем в правовом поле. Да, вы не... вы... да, да. Правовые есть... нарушены все. Ну, все. Ну как все? Подавайте в суд на меня, я отвечу по закону. Подождите, протокол составляется в моем присутствии, да, ответчика? Я присутствую, протокола нет. Смотрите. Как так получается? Когда будете составлять протокол по 5.35? Девочки, а что вы тогда сегодня вынесли из протокола? Скажите, пожалуйста. Вы меня привлекли по такой статье. Руки, пожалуйста. Мы-то выйдем, слов нет. Руки, пожалуйста, берите от меня. Выйдите, пожалуйста. Когда вы пригласите человека для составления протокола? Вам дополнительно будет информация послана. В смысле, а сегодня вы что тогда рассматривали без протокола? Скажите. Ну, выйдите, пожалуйста, ребята. Что вы сегодня рассматривали без протокола? Да выйдем, выйдем. Что вы сегодня рассматривали? А почему у вас руки трясутся? Да мне Егору уж не надо так. И вот опять он так же убегает опять. А руки почему трясутся у вас? Вы, наверное... А вы этот не с похмелья, скажите, пожалуйста? Куда вы побежали? Почему у вас трясутся руки? Вот и все, убежал. Ладно, пусть спокойно. Стрелка. Надо же... Это что такое? Да, деликатно. Здесь пускай сейчас. Да, сказали, сейчас свяжется. До пяти посидят, потом как все, работа закончился. У них один ответ. Подавайте в суд. Я пойду в суд с чем? Ну, с ничем, конечно. Ага, сейчас, секундочку. Ну, не дай. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Угу. Да, мы вас ждем. А здесь же вот, что это такое, администрация? Администрация, да. Четвертый этаж, 95-й, 96-й. Да, да, да. Вот где наши права нарушили, мы здесь и ждем. Возле зала заседаний. Угу. На четвертом этаже возле зала заседаний. Они тут определили этим, эти прибежали. Мы здесь еще, здесь. И после протокола, получается, это рассматривают. Это вообще такое-то получается. А вы нас боитесь, что ли? Конечно. Да не, вы мы... нас снимаете. А мы же не кусаемся. Ничего не нарушайте, никто не будет снимать. А вот эта камера не боитесь? Вот там. Вот там камера есть. Она не страшная, а вот у меня страшная. Начальник отдела МВД России по Зайцевскому району. Да, да, да. Откуда такой? Такой? Вот с камеры здесь. Я вот из с России. С России. Ну, с России, с Татарстана. Вообще, да. Вы знаете, что здесь у нас внутри здания снимать запрещено? А вот сейчас полиция. Почему камера у вас там, а кем запрещено? Вот это что такое? А это у нас это камера что такое? Для наблюдения. А хорошо, что? Хорошо. Здесь это... а вы вызываете полицию, вызовите, и на меня заявление напишите сейчас, что я снимаю. Хорошо? Ну все. Все, давайте. Ну, я просто вас сейчас сфотографирую тоже. Так, и отправлю материал на вас. Хорошо, хорошо. Давайте. Фото гражданина. Вы кто? Вы, кстати, кто? Вы, кстати, кто? Кто? А я кто председатель административной комиссии Заинского. Хорошо. Отлично. За нарушение, которое административное правонарушение допускается. Ага. Просто нет. Вы так знаете? Мы полицию ждем, кстати. А? Мы полицию ждем. Ждем. Можете с нами посидеть как раз, да? Зачем? Да? Вот, все? Хорошо. Ждем. Ждите полицию. Угу. Специально вызвали, да. Потому что это... связано с антитеррором, потому что это СВО. Сейчас все видео вот этих наблюдений, все вот, которые вы снимаете. Ну, убирайте вам тоже видеонаблюдение. Это что? Разрешено, поставлено. Давайте разрешающий документ. А здесь, здесь внутри помещение кого? Что это разрешено? Так мы снимаем правонарушение, которое нарушили. Есть документ руководитель исполкома. Есть глава администрации. Документ принесите, пожалуйста. Вот, ну, а что это просто подошли и здесь пытаетесь спровоцировать какой-то скандал? Вопросы, а у вас... То у вас вопросы. У вас. У меня вопросы. Я вижу, что посторонний человек с камеры здесь ходит и снимает. А вы здесь не посторонний? Я нет, я здесь работаю. Вот, так идите работайте. Вот. Работайте. Точка. Эти неизвестные лица. Эти неизвестные лица. Не представляю. Неизвестные лица. Лица. Не представились. Не представились. Эрнст Троицевич убежал. Здравствуйте. Не знаю, он прям быстро оделся и прям быстро убежал. Все убежали, все разбежались. Это просто шоу. Неизвестные лица. Вот так. Не представились.
не ознакомили меня с правами. Какие вопросы, какие проблемы? А, якобы как будто комиссия была, но расскажи, Валь. Нас пригласили на заседание КДЯ. А вы кто? Мои представители. Да, мы пришли. Пригласили меня. А вы кто? Руководитель исполкома Заинского района. Это вы? О, это очень отлично. А можно с вами побеседовать? Полиция сейчас подождет нас. Видеофиксация нужна, извините, конечно. Нет, мы на всякий случай видеофиксации делать не будем. А может это в другом месте? У меня доступ и давайте здесь другой кабинет. Давайте в другом. Вот в этом давайте. Здесь там свободно. Я без камер. Я с вами поговорю, вопросов нет без камеры, на любые вопросы. Можете записать его от руки, вопросов нет. Потом вы скажете, что вы не говорили. Вот как вот сейчас было. Я не тот человек, чтобы говорить. Вот тут тоже самое. Вот тут тоже самое сейчас было. Нет. Если бы я не зафиксировал. У вас какой вопрос сейчас? Нас пригласили на заседание КДН. Хорошо, вы на КДН рассматривают, вы представители чьи? Мои. Я мама двоих детей. Меня обвиняют по статье 5.35. То, что ненадлежащее исполнение. Мои дети закончили 9 классов в татарской гимназии, но нам не выдали документ образования. Нам выдали справки с пятерками, со всеми. И я теперь... еще со школы отчислили незаконно. Теперь меня это ставит мне в вину, то, что мои дети нигде не обучаются. Давайте мы, знаете, как сделаем, чтобы вот все правильно, чтобы все правильно было, с учетом фиксации, которая вам необходима. Да? Это... Я поручение дам, мы внеочередное заседание КДН с моим участием соберем, с вами вместе, и все спокойно. И все, чтобы по правилам было, как конечно. Потому что, знаете, мы сейчас просто расскажем, сейчас вот подождите. Нет, сейчас КДН назначили, но его не провели. Провели. Какой? Они знаете, что сделали? Вот такой КВ. Они не то, что не провели, они нас не ознакомили с составом, не зачитали нам права. Что-то, какую-то бумажку вынесли, мы даже не поняли, и убежали. Протокола нету до сих пор. Вы не согласны с решением КДН? Нет, мы вам видео даже можем показать. Давайте следующий встреч. Да, я как бы верю вам на слова, зачем? 2 минуты проходило. Зашел человек. Меня лишили всех прав. И мне присудили статью 5.35. Протокол мне не предоставили. Присудили. Ну как это? Мы попросили сегодня протокол. Было заседание. Сегодня да. Было, да. Сегодня было заседание. 13.30. Поэтому давайте мы сделаем так. Значит, протокол по регламенту определенные сроки должен появиться, правильно? То есть, его подпишут, и я думаю, что завтра он уже появится. Нет, подождите, протокол чего? Он заседание. Заседание. Он не она его не вела? Не секретарь было. Его не вел? Не было протокола этого. Тогда давайте сделаем так, чтобы мы все-таки в цивилизованном мире живем, правильно? Назначим заседание КДН отдельно. Вам сообщим, приходите, ради бога, с представителями. Вы пришли, а почему-то нарушили, понимаете? Они приезжают другого города, я, представителя. Я вот сейчас вам не смогу на этот вопрос ответить, потому что я пришел, поднялся, вы стоите. Вот мы стоим. Поэтому... А вот давайте еще на следующей комиссии будет, и мы возьмем еще видео все этой комиссии тоже на флешку скинем, и можно посмотреть, будет это все. Как просто... все это проходит? Чтобы это все было. Чтобы все было. Чтобы не было голословно с нашей стороны. Нет, вопросов нет. Потому что ли будет протокол составить ПДН. ПДН вообще тут не было. Протокол не составлял свой. Как происходит согласно процессуальным действиям? Составляется протокол по 5.35. Нет, знаете. Потом он рассматривается на КДН. Это все понятно. А так этого не было вообще. То есть, каждый гражданин, включая меня, гражданин Российской Федерации, имеем право обращаться в любые органы, правильно? Конечно. Прокуратура и так далее, суд и тому подобное. То есть, да. На сегодняшний момент, я так понимаю, чтобы нам все вот эти вопросы до судебной практики разобраться, то есть либо мы придем к общему знаменателю, либо не придем, и там будет уже решать высшая инстанция, то есть судебная, правильно? Мы должны собраться и проговорить. Собираемся, проговариваем, вы получаете на руки документы, какие примет комиссия, соглашаетесь или не соглашаетесь с этим решением. Дальше уже как бы в рамках... Вопрос такой. Комиссия вообще не правомочия была составлять что-нибудь. Потому что нет оснований. Понимаете, управление образования передали в комиссию по делам населения какой-то материал. Сейчас еще эмоции у людей тоже. Да, это понятно. Когда дети, это всегда эмоции. Конечно. Давайте сделаем так. Мы с... не надо голословно там беспредел, не беспредел. Вы видите, скажете сами. Надо в этом разбираться. Я же сейчас не могу сказать, я же не видел. Вот, а я могу. Поэтому сказать, давайте мы назначим комиссию, вас пригласим, заранее уведомим, соберемся. То есть, как вот я сказал, если вас устраивает такое, то есть заседание комиссии проведем, решение какое там принято, соглашаетесь, не соглашаетесь, дальше в рамках закона все уже действуем. Если не соглашаетесь, если соглашаетесь, подписывайтесь. Только в рамках закона. Все, давайте. Естественно, других полномочий у нас. Мы только за это. Только действовать в рамках закона. Все. Вот. Сегодня не было этого.
Ну, разгрузите. Ну, мы прям не удивлены, как это так вообще люди могут так поступать. Давайте я отдельно разберусь с этим вопросом. Хорошо? Хорошо. Давайте мы вам отдельно скажем. Мы сейчас полицию ждем. Полицию? Мы пишем заявление. Ну, вам. Да, потому что мы с места происшествия не уходим никогда. Да это не место происшествия. Ну, нарушение прав. Нарушение прав. Это место нарушения прав. Слава Богу, никого не этот. Ну, это... У вас фамилия как? Юлия, вам зачем? Ну, я же должен же сказать, на основании вот кого узнаете, пригласить на комиссию. Вы же узнаете у комиссии. Нет, в чем проблема вам назвать фамилию? Ничего страшного. Ничего страшного. Дусманова. Пишите это Дусманова. Да. Дусманова. Я же представился, что никаких проблем нет. Юлия Александровна. Юлия Александровна. Угу, хорошо. Алло. Ага, мы вот тут наверху дописываем заявление сейчас, спустимся к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Где тут можно писать-то? Да, давайте где столик какой-нибудь. А то там наверху стол был. Представляем интересы данного человека. Вот. В общем, мы не заявились. У нас началось это все закрутилось с января месяца. Нет. Конечно, зачем мне бланк? От руки пишу. Дальше пишите. Владеть есть они, да, школьники? Есть, они уже учатся. Вот, вы такой не писали? Давно она кончила? Ну, жена написала, я не знаю. Так вот это надо где-то регистрировать. Это же школа. А вы здесь, это же школьная, наверное. Так это школа, это пускай для посвящения. Мы вообще не подчиняемся ни одной школе. Ладно, давайте я вас попрошу. Сначала я вас опрошу. Вы себе что попросите? Объяснение возьму я у вас. Может, я недопонимаю что-то? Мы сейчас в заявлении. Все это напишем? Все напишем, то есть объяснение можно не брать. Пусть полностью вы здесь все... Вы заявление на что хотите привлекать? Кого хотите? Комиссию, что ли? Комиссия? Ну, какие-то неизвестные лица? Да. Которые назвались комиссией и какое-то собрание провели. В этом случае же заявление пишется на имя начальника полиции. Так мы ему и пишем? Нет, вы подождите. Мы начальнику уже пишем. Так, а что вы имели в виду? Вы же именно на кого-то должны писать. А вот это объяснение. Вот. Так мы объясним. Прошу, потом в конце... прошу вас. Заявление пишется. Так ведь? Что вы просите разобраться в ситуации? Так ведь? Подождите, мы сейчас излагаем, а в конце пишем, что прошу, требую этот. Все? То есть это будет? Одной бумагой. Конечно, да. Все хорошо. Мы постараемся уложиться в нее. Да, то есть вы мне объяснение не даете, вы сами пишете. Да, все хорошо, я вас понял. Все в заявлении там. Так, и нам нужно будет кое-что еще. Обязательно. У кого же, после вашего заявления я сразу поеду, зарегистрирую, вопрос нет. Так. Не были протокол, не было. Да. Живите, когда. То есть вы мне объяснение не даете, вам бланк заявления не надо. Так ведь все будут. Это ваше право. Нет, меня тут снимайте. Я же это. Ну нет, приговор, что они. Взять от меня бланк заявления отказывается, значит, пишут они сами заявление, объяснение. Слов человек проводилось. По закону же можно. Проводилось рассмотрение материалов. Это и право. Значит, мне дают, я обращаюсь, как бы. Зафиксирую дежурную часть, секунду с первой. Рассмотрение материалов. Да, да. Главное, чтобы соблюдался законодательство. Да, все. Да, да. Рассмотрение материалов. А сами вязать вижу. Мы приехали. Откуда? Материалы. С соседнего города. Щелны, Альмит? Да. Че, да? Да. Короткий ответ. Соседние. Нет, Щелны или Альмит? Материалы, тело. Законного ничего не делал. Хотел дать свой бланк, они отказались. Хотел получать у них объяснение, они отказались. И сказали, что сами напишут. Так ведь? Не отказались, просто вот. Я же не нарушил. Наоборот, облегчили задачу. На всесторонние, полная. Правильно? Нет, это задача для меня никак не облегчена. Нет, ну то, что писать не надо, да, там, стоять, разговаривать там. Я уж приехал писать, брать объяснение. А тут такой облом. Объективно. Так, вам по телефону можно будет такую испытать? Да, продиктовать можно будет, да? Помните просто лицо. Все, написали? Да.
Нам, пожалуйста, здесь распишитесь. Сфоткайтесь. А мы нам распишитесь здесь. Снимите, а потом мы это фотографируем. Да? Конечно. Сначала по правилам все. Вы же знаете закон? Конечно. Мы же тоже учимся. А подпись где? Че? Ваша. Вот. Надо? А у вас нет подписи другой? Это такая не годится, что это я, это я. Нет, если вы так расписываетесь, годится, конечно. Подпись любая может быть. Пусть она будет как-то. Талон уведомления? Да. Ну тогда вам придется приехать в отдел. А номер пока скажите? Какой номер? Узнали пусто? Нет. А что я предоставлю? А как с вами потом связаться? Ну, мы же номер же есть. Номер остался? Да. Сейчас, подождите. Там просто много кто звонил. Как бы не потерять. 1878. Сейчас. Все, я забираю. Просто узнать будет, да? Ну, если поедете, то вам 2 минуты, и я дам на регистрацию. Входящий нет, что ли? Да. Не сохранился? Какой хитрый телефон. Номер скажите, пожалуйста. 8900. Ренат меня зовут. Фамилия Зеленов, спрашиваю, что? А отчество есть у вас? Пойдет Ренат, я еще молодой. Ну, что тогда? Не, вы говорите. Пойдем, все. Давайте. Мы за вами. Отправите по ведомственности. Да, конечно, конечно, я вам сразу сказал. Дай талон уведомления, Фанис. Здесь же административного уголовного правонарушения не совершено. Нет, вопрос нет, я же не отказываюсь. Ну, понятно. Я приехал. А у вас сколько детей? Двое. И что, и за двоих взялись, да? Ну, они тоже мне вдвоем, в одном классе, 9 класс закончили. Близнецы, что ли? Нет, подлодки. Отличники, олимпиадники, им справки, а мне статья 5.35. Вот это да. Я такое первое слышу. Понимаете, что происходит? Нет, в чем заключается 5.35? В исполнении родительских обязанностей. Да. Нет, а что было-то? Что было? И протокол составляли на нас? Нет. Ну, отменили, короче, все. Беспредел полное ли дело, всех структур. Подождите. Мы у него сейчас спросили, вы когда будете составлять протокол, вы сейчас что рассматривали? Мы, говорит, потом вам по почте пришлем материал, он говорит. Я говорю, так не делается, я говорю, сначала составляют протокол. Сначала составляется протокол, да, да, потом, да. Потом рассматривается на КДН. Я не знаю, Вот сейчас вот начальник исполкома, мы сейчас с ним поговорили наверху, как раз пока вас ждали, он к нам подошел сам. Что случилось, мы ему объяснили, он говорит, а давайте спокойно соберемся и обсудим потом это на внеплановом заседании КДН. Вот. Смотри, а такой вопрос. Допустим, когда протокол составлен уже... Допустим, без меня, я как ответчик. Без вас никак протокол составить не могу. Либо вас должны вызвать за этот уведомитель. Без вас никак протокол не составляется. Вот именно. Понимаете, а другие не понимают. В смысле не понимают? Сотрудники ПДН не понимают. А чего же здесь понимать? Вот именно. А мы сами не знаем. Все. Привели заседание без меня. ПДН протокол составили без меня. Какой? Как это заранее еще было тогда. Уже у нас крутится с января месяца все вот этого. Нет, а сам на комиссии протокол вот составлен? Не было, не было. Меня не пригласили на комиссию, это раз, они составили без меня. КДН вынесло постановление. Нет, вы не объяснили то, что заседание уже было. До этого. Получается, какой? По какому-то протоколу, который составляли без нее. А это уже другое заседание. В смысле без нее? Как могут протокол составить? Опять? А протокола здесь вообще не было. А этот заместитель председателя говорит... По-первому, как по несоставленному протоколу вас могут вызвать в КДН? Смотрите, когда было первое заседание, они, когда я пришла с ходатайством, они отменили то, что нецелесообразно ходатайство. Все, в их компетенцию не входит. В январе месяц, а в феврале был первый, да, КДН, они все завершили. Второе они приняли. Нет, вас на КДН вызывали? Сегодня? Нет, не сегодня, на завтра такого вызывали. Ну, 30, которое было 30, нет, не вызывали. В январе вызывали, я пришла, я заняла ходатайство, их обозрели. Отменили его. Все, короче, получается, закрыли как бы. Его и не было. Его не было. То есть получается. Его провели без меня. Ну потому что, наверное, вас не было. Юлия Александровна, ты путаешь. Было первое заседание. Она пришла, на первое заседание пришла. Сказали, мы не будем рассматривать вас, потому что нет у них полномочий рассматривать такой материал. Завернули это дело, потом летом составили другой протокол, который без нее был составлен, провели без нее заседание, а сейчас уже третье заседание.
Вот здесь? Ольга, где расписываться? Ничего не понимаю. Вот здесь? Да, вот здесь. Долго мы ходили? Все, расплатили. Все, спасибо. Благодарю, до свидания. Я так хочу есть. Ангус, ты тоже? О, ясно. Будет тебе овес.